Всем здорово, ребят. Ну что, вот и бездон дошло, дошли руки до бездона, и мы сегодня забираем плюшечки, которые мы получили. Посмотрим, что там на аккаунте у нас. Ну, такой короткий видосик запишу. В общем, бездоны, как обычно, отдыхают. Надо взяться. Всегда я вам говорю, я его не забрасываю, он есть, но бездонат есть, а времени нет. Вот так вот. Забираю я плюхи сегодня. Так, что-то у меня места маловато. Маловато будет. Давайте пооткрываем то, что нам не надо. Мы получили в прошлый раз, я вам показал, мы получили обалденнейшего героя. Это не Хрон, ребятушки. Это вот такая вот Афинка. Ничего себе. Ничего себе. Пятый тяжелый удар. Ну, конечно, если бы он от него толк был на этом герое. Ну, да ладно. У меня есть... У меня есть эмблема. Надо будет прокачать просветики и докачать этого героя. Герой действительно обалденный. Я пока что, ну, не особо стараюсь поднимать силушку. Но надо поднимать силушку. Дали нам эмблемку какую-то. Эмблемку. Провизию. HG, как обычно, хотят подкупить. Ну, нифига. О, ничего себе. Такое же у меня выпало на другом аккаунте. Так, давайте почистим. У нас Дрого есть. Дрого. Давайте подкрываем мешки. Ничего себе, 90 мешков. Может, кого-то скоро и так и соберу. В принципе, люди так и собирают. Открывают осколки и собирают героев. Но я, как обычно, ленивая жопа. Этого не делаю. Интересно, что у меня уже вообще по скинам на этом аккаунте? Говорю по скинам. По осколкам. Зефирик 1200. Начало есть. Начало полета удачное. Роза 15. Ну, тоже неплохо. Так, а что с таких смертных? 30, 10. 4 огника есть. Нифига себе, ребята. Это мега удача. Так, а с обычных смертных героев 14, 20, 64 лео. Ну, как видите, некоторые герои собрать можно. 89 бульдозера, ну это вообще жесть. Так, отлично. Эмблемка, как видите, у меня одна есть, это меня очень радует. Прям радует так, что прям не нарадуюсь. Так, надо купить карту, надо купить это. Спасибо, Эджи. Кстати, обещали нам они удешевление камней, но что-то я этого так и до сих пор не вижу. Чик, и кендюшка падает. Но у меня, по-моему, есть, если я не ошибаюсь. Ебой! Ребятушки, сразу же недостающую имбу вытащил. Вот так вот. У меня их даже две уже есть. Я уже даже не знаю, кто у меня есть. Стрелки варяются, всякая хрень. Сердцеедка. Ну, вообще, посмотрите, я даже не знаю, кто у меня есть, кто нету. Так, Бугимен. Так, понятно, понятно. Драка, землеройка. Понятно. Аронет, Трифит, Зефири, Космос, Заклинательница, Душек. Дракула. Ну, короче, нормально. Герои, скажу вам, довольно-таки неплохие у меня уже на этом аккаунте, прокачки. Но надо качать, надо играть. На нем надо играть. Для того, чтобы аккаунт качался, надо на нем каждый день задротствовать, забирать награды, бегать, фармить. Блин, а тут какой нафиг фарм? Смотришь эти обновления, понимаешь, какой нафиг фарм? Сейчас мы заберем топовые плюшки. И жахнем десяточку. Такс. Короче, все отлично. Даже яйцо есть. Чик. Вот так вот, такие вот плюхи. Нифига себе. 41 сундук. 6.
Ребята, это я ж плюхи получил в этом, в Парящем острове, это просто мега трэш. Вот это сейчас будет трэш на десятке. Жестко. Первый. Карта вторая, нифига себе. Второй. Камни агментации. Третий. Самое интересное, из шестых можно дофига топовых плюх достать. Чик, херня. Пятый. Ну, пятый. Один камешек. И, ребятушки, момент истины. Буду открывать по одному. Я хочу покайфовать. 25. 200. Нафиг надо. 10 коробок с чарами. Обалденно. Еще 10. Еще обалденней. У, есть. Ебой. Вот это жестко, ребят. Я что-то завтыкал, что я на Парящем острове там получил эти сундуки. Я забегал. Так, чары, чары, дайте мне коробки. Так, вы запарили, вы что, издеваетесь? 10 коробок. Ебой. Yeah, 30 коробок, ребят. 30 коробок я получил. Обалдеть, 26. Могу двум героям уже девятку сделать. То есть девятку сделать для бездоната, плюс девятый талант, это уже не есть проблема. И это реально радует. 30 коробок. Обалдеть. Посмотрите, сколько чарок. У меня ни одной эволюции, но уже дофига. Так, а что у нас по скинам? Ну, давайте посмотрим. Стиль здания. Ратуша. Отлично. Хоть что-то я на этом аккаунте собрал. Башенки. Отлично. Огонь. Нифига себе. Вот это мы сейчас апнемся, ребята, с вами. Жесткие, жесткие. Супер. Чё там гудит, пердит? Тут топ рулит. Так, отлично. Отлично, ребята. 30 коробок. Поехали, как обычно, открывать, прокачивать без тоната. Та-та-та-та-та-та-та. Вот думаю, поняли, что я сказал. Обалдеть. Изи, изи, где ты? Где ты? Теперь надо где-то кулаком надыбать надо. Теперь фармить локации. Отлично. Чик, приговор. Ну, приговор это мы сейчас вот этот допу влепим. У меня тут пятерки вроде как бы на всех таких нормальных. Вот кенди поставим. ТУшка. Ну, ТУшка. А, есть у меня кому ставить еще. Ебой, бастион, ребята, баст. Отлично. Так, что у нас тут? Железная воля. Скин с бастом, он прокачанный. Фрея. Рино с бастом. Тут тоже бастов тоже немерено, как видите, есть. Так, блин, тут скина, конечно. Блин, 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 блин. Баст. Рогаточка. Напрашивается. Больше всего на баст рогатка у меня пока напрашивается сейчас. Капитан Дрейк пока оставим. Стрелок. Оставлю на Фрэнке. Рогатка подождет. Так, бог войны. Можно сюда. Приговор. Все. А нет, не все. Чик. Гнев. Ставим сюда. Ну, тут вроде все. Сейчас вариант открывать гарнизонных героев, которых у меня нет, и ставить на них. Так, снайпер.
Ведьма-морозница, дриада. Снайпер, ведьма-морозница и дриада. Давайте. Я буду так, чтобы уже потом не возвращаться. Может, они у нас и здесь есть. Дриада есть. Отлично. Снайпер. Ведьма-морозница. Ну, гарнизончик. Гарнизончик. Это батька. Это просто батька ролит. Спасибо, IGG. Вы красавчики. Только кому ее лепить, теперь вопрос. Так, ну Ремка, блин, мне нужна на Атланте есть, на Купидона. На Купидона, чтобы сразу включался для Бездона топового. Для Хрона тут пока можно подождать. Кенди мне нафиг не нужна. Атлантище у нас топовый. Ну, как вариант, я только такой вариант пока вижу, это поставить Купидону. Вот так вот. Каменка. Тыки-тыки-тыки. Каменка, каменка, каменка. Поставлю на горгула. Блин, скинул маловато. Было бы побольше скинул, было бы повеселее. Опять баст. Опять этот баст. Ну, я ставлю сюда. Опять переговор. Да что вы издеваетесь надо мной, что ли? Ожог, блин, а Ронина-то нет. Обидно. А Ронина у нас нет. Тыки-тыки-тыки. Огненка. Так, что у меня по героям такое будет использоваться? С огненкой танков у меня не особо сейчас много. Стрелок, стойкость. Но стрелок с огненкой тоже офигенный. Тоже как вариант для дефа то, что надо. Ну, тут просветы тоже не особо хочется, знаете, менять. Оставим пока. Пусть будет, мало ли когда-то пригодится. Просветик. Блин, можно было бы огненькую, у меня же Бигфут есть, что я туплю. Но Бигфутик у нас уже с огненькой. Так, просвет надо кому-то. Так, для книжечек потом будем качать. На запас. Так, давайте открываем дальше допов, чтобы уже никогда к допам не возвращаться, я имею в виду. Так, панда. Панда кунг-фу и алхимик. Панда кунг-фу и алхимик. Это то, чего у нас еще не открыто. Жесть, конечно. Так, алхимик есть. И пандочка. Где панда? Вот наша панда. Панда-разрушитель. Еще немножко откроем. Обалдеть. Я что-то провтыкал, что у нас такие плюхи. Это супер, ребят. Насколько уже проще качаться бездоном. Если, конечно, повезет. Жесть. Вот это видели, какая у меня панда.
Обалдеть. 13-я коробка и бастион. Ну, не знаю, оставлю я пока на смене, пусть поваляется, мне особо спешить по сути некуда. Героя хватает, надо будет посмотреть, что там у нас скины дают на асу. Заберем скин на асу, будем копить. Теперь есть смысл копить, искать и дальше трешевать. Ух, вот так вот, ребятушки. Никогда не сдавайтесь, без доната тоже могут нормально топово жить. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Это бездонатный аккаунт. Мы пока тут ни хрена не делаем, но уже имеем топовые прокачки. Все как всегда, все подкручено. Всем удачи, всем пока.